Приветствую вас всех, уважаемые подписчики, а также просто зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы продолжаем вместе с вами играть в игру «Ведьмак 2. Убийцы королей». Находимся мы с нашим главным героем, ведьмаком Геральтом, все так же в городе Фодзам, и продолжаем наши путешествия по миру Ведьмака. Прямо сейчас я предлагаю вам отправиться по заданию Кейран, ибо в прошлый раз нам сказали, что пока мы не разберемся с этой громадной тварью с щупальцами, дальше нам не пройти. Или, так сказать, с нами никто не захочет иметь дело. А без этого нам ни туда и ни сюда. Именно поэтому я предлагаю вам отправиться снова в лес. Да, я, конечно, понимаю всем тем, кто смотрел прошлые серии, что в лесу у меня всегда происходит не самая прекрасная часть игры. То есть я бегаю и сражаюсь. Сражаюсь и бегаю, потом кричу, что все плохо, и убегаю из леса. Сейчас постараюсь получше сыграть, благо я в промежутке между сериями прочитал немножко про знаки. Так, оп, где-то здесь поворот, вот он. В общем, знаки у нас немножко изменились, в частности, по-моему, Ирден — это своеобразная ловушка. Сейчас я ее попробую испробовать на первом попавшемся монстре. Ну или человеке. Ну тут в основном, кстати, эльфы. Блин, сколько сил было потрачено разработчиками на создание такого движка. Мне сейчас пришла в голову мысль, что я бы не отказался увидеть игру Готика, переизданную на этом движке. Так, ну-ка, скушай. Да ладно. Какой ты жирный. Иди сюда. Да ладно, ребята, спокойно. Бандюганы довольно-таки смелые ребята нападать на ведьмака. Всем известно, что ведьмаки мастера, буквально такие, скажем, прямо владение мечом. О, иди сюда. А теперь отпробуй мою корону. Оп, серию ударов и завершающий. Смотрите, практически пережил. И в некотором смысле эти ребята нам доставили проблем, с учетом того, что я бился вновь не тем мечом. Знаете, по привычке взял и использовал, по-моему, серебряный меч, который против монстров. Ну, как показывает практика, против людей он тоже тащит. Ничего интересного. А нельзя костер погасить? Хм, круто. В первой части я помню, только возле таких вот костров можно было медитировать. Сейчас же это свободная практика. Можно в любом месте, где нету врагов, заняться медитацией. Да ладно, ребята. Отдай, уродов! Я тут один, это раз. Во-вторых, отведай-ка моего меча. Ты мне еще посмеешься. Иди сюда, родной. Ох, как мне вошло-то хорошо. Хорошо, тогда погори. Жареный человечишка. Ума не привожу иногда, как они здесь выживают. Этот лес просто кишмя кишел, ребята, всяким непотребством, всякими монстрами, рядом с которыми человек не самая опасная тварюга. Но, как оказалось и показывает иногда практика, не зря людей боятся все. Так, этот рис. Блин, я ее едва различаю из-за блика. Интересно, что осталось от корабля, о котором говорил Седрик? Если на корабль напал Кейран, то, боюсь, осталось немного. На счастье, нас интересуют только следы чудовища. Да ладно.
Ты меня отведешь в нужное место, это просто превосходно. Довольно бойкая девочка у нас, Трис, хоть и девочка, вот именно. Немножко тавтология вышла. Она еще все время лезет в пекло вперед, батьки. Вот куда ты бежишь вперед, а вдруг там Кейран? Я понимаю, ты можешь открыть портал и все такое, ну и свалить, оставив меня наедине с этой тварью, но все же это не повод. Ничего себе, суденышка. Скажу откровенно, я в шоке. Не говоря уже о той постройке, что я вижу. Это то ли мост был, то ли какой-то автобан древний, фэнтезийный. Следы. Видишь следы? Да. Скверное место для прогулок. Если только ты не ищешь острых ощущений. Так, ладно, я понял вас. Нет, даже вот так. Давайте серебряный возьмем. На всякий пожарный. Медальон о чем-то предупреждает. О, нет. Нет, 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 вот так. Квен. Так, один пусть попадется. Тихо, тихо. Ух, какие вы. Слушайте, они так и порвать могут. Прямо в начале игры. Так, спокойно, Крис, защищайся. Никогда бы не подумал, что ведьмака так рассадят. Еще желающий. Трис, сзади. Ты меня не спали, пожалуйста, девочка. Старые знакомые. Аж слеза наворачивается, да? Да у меня кровушка навернулась. Кейрона, и надо убираться отсюда. В первой части, мне кажется, утопсы были намного слабее. А тут, прямо скажем, какие-то элитные твари. Ладно. Никого, да? Хотя есть труп с бараном. Да ладно, вы шутите. Это что, бомба? Баран, набитый серой, и прыткий сапожник. Прям как в восточных сказках. Только вот с Кейроном такое не пройдет. Так, ну вообще, если честно, ребята, это больше отсылка к первой... Нет, не первая, а к первоисточнику, к книжке. Там была такая же ситуация, только с драконами. Если помните, кто смотрел с самого начала данное прохождение, мы встречали Рубайл, и они рассказывали про то, как мы вместе, в кавычках, охотились на дракона. Было довольно-таки весело, я вам скажу, там нам. Ибо один дракон был отравлен вот таким вот барашком. Или коровой. Ну, в общем, напичканной ядом. И этому дракону было так невмоготу и плохо, что ему пришлось призвать на помощь второго дракона. Это ведьмака среди драконов. Так, великолепно. Кто бы не плыл на этом корабле, но им очень не повезло. Ну только посмотрите. Давайте прочтем. Рапорт капитана. Запечатанная копия личного дневника капитана Петры Зиле. Лично в руки его магнифиценции ректору Оксенфуртского университета. Язык, блин, сломаешь. Доставить королевской почтой. Ладно. Бортовой журнал корабля Петра Зиле. Экспедиция в Локмуине обернулась успехом, который удовлетворил как власти университета, так и короля Фольтеста, сполна снабдившего наше предприятие деньгами. Особенно довольным, кажется, Освин. Никогда не видел, чтобы чародей скакал от радости. Освин попытался поднять на корабле бунт, раздав команде найденные ценности, лишь бы оставить артефакты себе. На счастье, солдаты и матросы остались нам верны. В районе Вергена произошел бой, в котором мы потопили Дайрдин.
Несмотря на это, мы вынуждены были бежать, поскольку нас все время атаковали гарпии, призванные заклинанием Освина. Чары Освина все еще притягивают чудовищ. Ремарочка такая, или вставочка. По-моему, именно это заклинание притянуло Кейрона. Так, хотя сам чародей уже пошел на дно. Отважные солдаты дают отпор преследующим нас речным монстрам. Я заканчиваю свою работу над отчетом для Оксенфуртского университета, подводя итог результатам исследований. Здесь же укажу место затопления Дайердина. Мы уже почти дома. Да. Я мог бы доставить письмо адресату. Знать бы только, кто во Флотзаме пользуется королевской почтой. Великолепно. Еще почтарем я не работал в этой игре. Оу, это что и за сопли такие? Ну, судя по маркеру, нам именно сюда. Так, Трис, ты не хочешь в этом покопаться за меня? Подожди минуту. Что ты делаешь? Простое диагностическое заклинание сможет ответить нам на несколько вопросов. Так, отойду-ка я с этого говна. Он болен, Геральт. Этот монстр умирает. Сколько ему осталось? Несколько лет. Лет 10. Офигеть. Довольно много. А что с ним не так? Тут любая информация пригодится. Диагностическое заклинание показало, что часть клеток в его организме подверглась мутации. А если поподробнее? Что еще? Он ядовит. Очень ядовит. Ты знаешь противоядие? Метаболизм ведьмаков позволяет нейтрализовать небольшие дозы токсина. Но на твоем месте я бы не стала на это полагаться. Дать тебе полную защиту сможет только эликсир из тени Коста. Я знаю такую траву, но понятия не имею, где ее искать. Интересно, можно убить Кейрона без защиты эликсира? Что посоветуешь? Дело твое. Шала тебя, конечно, торопит, но прежде чем идти к ней, поспрашивай местных о тени Кости. Сходи хотя бы к Седрику. Вот рецепт эликсира. А мне пора заняться своими делами. Ты справишься без меня? А то. До свидания. Да ладно, иди и обратно, да, валишь? Использовала меня и... Давай, до свидания. Великолепно. Он всегда так с ней. Привет, Геральт, мне хочется ласки. Ладно, без проблем. А потом пока, Геральт, разбирайся со своими проблемами. Да. Ну хотя, ладно. Что ж поделать, если все приходится делать самому? Блин, так ярко, ребята. Не знаю, как будет это смотреть, но мне просто немножко даже глаза режет от такого обилия деталей. Чем-то походит даже на фотографию, сделанную, ну, знаете, профессиональным таким фотоаппаратом с применением фильтров. Не буду удивлен, если разработчики использовали наработки в этой области для создания аутентичной картинки. А я говорил, кстати, что это либо мост, либо какой-то автобан древнефэнтезийный. Так оно, скорее всего, и было. Интересно, что бы сказал тролль, если бы я его посадил сюда под него, чтобы он его починил? Он бы, наверное, сказал, нет, завали меня лучше сразу, да ну эту махину чинить. Хотя, кто знает. И вообще, я не представляю, как без магии можно было построить такой мост. Он просто великанский, я бы сказал. И как минимум для его возведения нужен был башенный кран. Тут же, похоже, была либо магия, либо секреты инженерного строения. Я просто не очень в этом, поэтому могу и не знать, что можно было в древности применить, чтобы построить такие вещи, не говоря уже о постройке пирамид. Так, Седрик у нас тут неподалеку, но я предпочту еще сходить к пораженному, вроде с ним можно поторговать. Так, мужики, разойдитесь.
То ли вечереет обратно, то ли еще что-то. Так, у ребят, у вас еще тут куб, посмотри на эльфийку. Больше ты никого не продашь, эльфка поганая. Воу-воу-воу. О чем ты? Потише, братиш. Комендант Лоредо тебе все объяснит. Вы не можете! Так, с кем мне поговорить надо? Что здесь происходит? Это Курба, шпионка с Катаелей. Доказательства есть? Тебе-то что? Спокойно. Она все время торчит в гарнизоне и пристает к нам. Родрик говорит, что трахнул ее. Только я вот не верю. Да я трахнул. Как мило. Это все доказательства? Погибли двое наших. В последний раз обоих видели с этой сучарой. Я просто поговорила с ними. Потом они пошли куда-то к пещерам. Больше я ничего не знаю. Врет, сука. Она завела их в засаду. А почему бы не проверить пещеры? Там полно всякой дряни. Ну, давайте, ладно, вмешаемся. Я совсем разберусь. А вы мне заплатите. Подождите меня на пристани. Да, вот идите туда. Я вообще-то хотел просто поторговать для начала. Ну, похоже, просто так тут ничего сделать не дадут. Давайте поэтому по-быстренькому завершим наше дело здесь. Дамочка, а где прожжённый? Или я не туда повернул? Когда ты рядом, начинает дрожать мой медальон. А он реагирует только на магию или на опасность. Он предупреждает, что ты получишь по морде, если будешь распускать руки. Понял, не буду. Слушай, меня считают ведьмой, но чарами я не пользуюсь. Не думаю, что тебе нужно кого-нибудь приворожить, отвести с глаз или навести порчу. Значит, ты или дурак, или охотник на ведьм в обоих случаях. Я не собираюсь тебя выдавать. И не собираюсь бегать в лес, чтобы поглядеть, как ты голый пляшешь вокруг алтаря Виапатиса. Да как ты смеешь? Я просто хочу купить у тебя травок. Травок? Травок лекарственных для личного пользования. Ой, жесть. С ней даже в покер можно сыграть. Давайте попробуем. Как говорится, а вдруг выиграем? И призом будет посмотреть, как она пляшет вокруг статуи Виапатиса. О, есть большой шанс выиграть. У нее, кстати, тоже. Причем намного больше, чем у меня. Если она выбросит еще одну вещь. Давай, двоечка, двоечка к папочке. Нет. А нет, выиграл. Все? О, расскажи, что ты знаешь об этом амулете. Ты разбираешься в оберегах? А зачем ты спрашиваешь? Взгляни на эту вещицу. У меня есть подозрение, что с ней что-то не так. Магия в нем есть, без сомнения. Какие страшные у него глаза. Я бы купила его у тебя. Должно быть, он очень для тебя дорог? Зачем тебе нужен этот талисман? Я собираю старинные вещи. Для других они бесполезны, а мне пригодятся. Не верю. Ты готова заплатить за кусочек металла только потому, что он старый? Я не собираюсь перед тобой отчитываться. Давайте попробуем и ее убедить. Я ведьмак. Не боишься отвадить такого клиента? Ладно, ты меня убедил. Тогда рассказывай. Это не обычный амулет. Это сердце Мелители. Могущественный артефакт. По крайней мере, раньше был таким. А теперь нет. На него наложили чары, которые исказили его действие. Прежде он оберегал своего хозяина, а теперь навлекает на него несчастье. И несмотря на это, ты все-таки хочешь его у меня купить? Я знаю ритуал, который вернет ему изначальную мощь. К сожалению, для обряда нужны исключительно редкие ингредиенты. Что именно? Эссенция смерти, язык тролля, глаза главоглаза и плод Эндриаги. Может, сумею их раздобыть. Так, ну давайте пока уйдем, видать, у меня нету. Язык тролля вроде был.
глаза или там жопа эмбриаги есть. Главоглав, вот, главоглав. Я даже не знаю, кто это такой. Да ладно. А вот здесь, видать, да, прожженный? Я уже с этим всем успел забыть, куда и зачем шел. Блин, так перебивает мысль, что просто писец. А ну вставай, пьянь. Так, покажи, что у тебя есть. Так, мусор надо продать. Так, что у меня из одежды есть? Перчатки травника. Одежда 7, 30 за здоровье. Снижение магического урона, сопротивление кровотечению, сопротивление отравлению. Так, трофей, утопец, здоровье плюс 15. Давайте продадим вот это. Я не очень капканами все равно буду пользоваться, а место они лишнее занимают. Все, так, в принципе, на этом можно остановиться. Прекрасно, солдатам продадим. Слово дракону, рапорт капитана. В принципе, нормально. Сейчас я выйду, переоденусь немножко. По-моему, перчатки, вот эти травника, они получше будут. Так, и почему ты не хочешь выбирать? Молодец. Да, намного лучше причем. Ну-ка. И один раз улучшить их. Кажется вам, что будет получше так. 8 броня. Здоровье плюс 30. Просто брони намного больше дает этот доспех. Ну, выглядит, конечно, не так эффектно и красиво. Ай, ладно, давайте оденем покрасивее. Я знаю человека, которому это очень важно и который меня смотрит. Давайте продаем. Продаем. Все, давай, бывай, прожженный. Спи, дорогой. Теперь к Седрику надо зайти. Седрик. Выходи. Так, стоп, 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 не туда. Слази, ведьмак. Надо обойти вот эту вот фигню. Он, похоже, все так же стоит и с печалью смотрит вдаль. Иногда создается впечатление, что его что-то гложет, либо он пьяница. Эльф пьяница, что может быть смешнее и несуразнее? По-моему, пьяницу эльфа я встречал только еще в книгах Макс Фрая. А где растет тенекост? Седрик, мне нужен тенекост. Это очень редкая разновидность мха, которая растет только под землей. На юге, в глубине леса, пещеры. Если где в округе и есть этот мох, то только там. Ладно, так, что ты еще можешь мне продать? Давайте рецепты его глянем. Грач. Или Петри. И Волга. И Волгу я бы купил. И недорого. Кошку вроде умею. Кровь Фальки. На всякий случай куплю. Хорошая штука. Ласточка вроде есть. Мангуст. А, рецепт мангуста у меня есть. 10-17. Ох, твою ж, я... У себя. Так, вот эту куплю.
Вот эту обратно куплю. Представляете, я у себя забирал все, что нужно, да? Офигеть просто. Так, факел. Бешенство. Ты что, думаешь, что так дешево-то? Мне все продается. Это же мое собственное. О, ненавижу их. Так, а вот эта штука неплохая. Думаю, этого мне хватит на первое время. Надеюсь, что выкупил еще все. Теперь мне надо идти либо в пещеру, либо с Миленой этой и Маленой разбираться. Так, давайте сделаем активно это задание. Малена, покажи-ка мне карту, куда мне идти. Думаю, тогда я по этому заданию отправлюсь, просто потому что оно ближе. Один запасной? Он их что, теряет? Детишки, я вас ненавижу. Не надо троллить дядю Геральта. Он этого не любит. Так, собственно, все довольно-таки просто. Надо пойти именно туда, откуда мы в свое время пришли. То есть к началу. К месту, куда мы приплыли, по сути. Там должен быть неподалеку наш корабль. И ребята Роше, которых он тупо там оставил. Не балуй, ведьмак! Да ладно. Зачем мы таскаем это добро? Все такие смелые, ума лишиться можно. Ведьмак, по сути, самый крутой солдат, а они не балуй, ведьмак. Мы снаружи подождем. Только давай быстрее. Ладно. Только не нравится мне это. Крови все больше. Давайте выпьем какой-нибудь эликсир. Так, стоп. Алхимия. Нет. Нет, зелье Петри. Давайте создадим одно. Теперь эликсир. Надо выпить зелье Петри. И ласточку. Это довольно сильно нас отравит на некоторое время. И еще эликсиры никакие я уже не смогу с вами выпить. Буквально впритык. Все, превосходно. Если шкала зеленая напротив амулета заполнится до конца, я думаю, у нас будут проблемы. Кто-то мне подсказывает, что людей здесь не будет. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Ох, как темно-то тут. Я бы сейчас не отказался. От кошки. Да ладно, во сколько здесь? Тихо, ребята. Я пошутил. Просто море здесь, ребята. Так, уходим. Пусть бегут за мной. Так, ну-ка. Давайте, парень, иди сюда. Замуровали демоны. Я ничего не вижу. Так, единственный шанс это бегать и пытаться поймать их на противоходе. Как вошло.
Тихо-тихо, парни. Идите сюда, красавчики. Выкатываемся отсюда. По возможности, как можно быстрее. Ну, давай, один на один. Тихо. Ого. Так, жух. Давайте ловушки им расставим. Или нет? Вот уродец. Да не говори. Лучше по накатанной. Так, нет, 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 нет. Ребята. Оп. Мне кажется, вас чересчур много на меня одного. Нервов-то сколько уходит на них. Отход. Там накеры воины чересчур круты по мне. Так, готов. Так. Иди за мной. До свидания. Вы только посмотрите на их количество, а? Штук 20 положил. Раз, два, три, четыре, пять. Ты где? Шесть. Я слышу, как эта тварь где-то рядом. Да ладно. Да еще и воин. До свидания. Нет, ну точно, штук 20 положил. Уже не пересчитать, они тут еще и человека какого-то завалили. Так, кровь. Вот, кажется, свежий след. Не скажу, что я прям воодушевлен этим свежим следом. Так, ну-ка, амулет. Да ладно. Ты где? Ничего подобного, мужик. Еще фору дашь всем молодым. Геральт у нас просто умничка, скажем прямо. Так навоевать. Я в какой-то момент даже подумал, что мы там ископытимся. Так, Геральт, давай, родной. Ребята. Так, нахер, спокойно. Нигде покоя от вас-то нету. Так, этого снести главное. С остальными проще будет. Хоть глаз выкали, ничего не вижу. Хоть гамму добавляй, блин, а? Ну ладно, надеюсь, хоть что-то вы сможете рассмотреть. Я уже более-менее приноровился.
Это была кровь, или мне кажется? И снова кровь. Как будто кого-то раненого вели или волокли. Похоже на то. Да, вон. Трупы, и, по-моему, из них торчат стрелы. Да, так и есть. Скаэтаэльские стрелы. Все ясно. Так, валим отсюда побыстрее. Малена оказалась у нас все-таки предательницей. Довольно-таки распространенная практика отправить смазливую девчонку, чтобы она заманивала. Только как она их туда заманила, через всех этих нахеров, ума не приложу. Ну, либо нахеры и пришли сюда после того, как почуяли гнилое мясцо. Эти твари любители покушать именно гниль, а сами охотиться не очень-то любят. Хотя со мной они вполне могли справиться. Так, ладно. О, неужели поверхность? Я только хотел сказать, где уже этот свет в конце туннеля? Ну что же. Нашел что? Двоих солдат. Что с ними? Ну, я врать не буду, их убили лучники. Они мертвы. Их убили из лука. Я ничего об этом не знаю. Да ладно. А ты как думаешь, ведьмак? Похоже на то, что двое солдат забрались в пещеру. Попугать страшилищ. А может, потому что кто-то их туда заманил. Не знаю, сколько чудовищ они убили, но знаю, кто убил их. Скаэтаэли. Не может быть! Насколько я знаю, накеры не умеют стрелять из луков. Эй, мужики! А ну, насух ее! Нет! Я все расскажу, только не убивайте меня! Умоляю! Ну, давайте дадим ей шанс, вдруг она, ну, под давлением это делала. Говори. Вы сами должны это увидеть, иначе не поймете. Чего, мать твою, за ногу там смотреть? Врет, сука! Я тебе не верю. Хочешь привести нас в засаду? Не выйдет. Отведем ее к коменданту. Ларедо будет меня пытать. Пусть мои крики будут тебя по ночам, ведьмак. Заткнись. Спасибо тебе, ведьмак. Деньги твои. Блин, аж. Умеет стерва оставить осадок-то в душе. Ну и вы в баню. Тоже мне эльфы. Молодцы, борцы за свободу и все такое. Так, ну не знаю, давайте посмотрим, что мы можем здесь прокачать в других ветках. Так, репост позволяет контролировать удары противника. Реальность перекатов и кувырков плюс 100%. Урон от удара в спину снижается на 200%. Урон при ударе в спину 150%. Вот это вот нужно. По-моему, вот удар в спину мне хорошенько так вошел. Ладно. Думаю, на этом даже можно завершить наше путешествие на сегодня. В следующий раз отправимся либо за Тинекостом, либо по какому-нибудь еще заданию, например, с медальоном тем же. Спасибо вам всем за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.